Мемориал Славы, Площадь Мира, Вечный Огонь, Почетный Караул. В полночь в центре Барнаула собралось порядка 100 человек. В сравнении с прошлыми годами капля в море, но для периода пандемии довольно массово. Сегодня, 22 июня, в День скорби, акция «Свеча памяти» не остановилась из-за пандемии. Все потому, что люди помнят и скорбят. Мы помним о вас в минуту молчания. Мы слышим биение сердца и ваше дыхание. По традиции, собравшиеся краевые городские власти, а также рядовые барнаульцы, почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. Несмотря на то, что с тех страшных событий прошло почти 8 десятков лет, скорбное мероприятие по-прежнему волнительно и трогательно. Ну, мы патриоты. Патриоты хотим, как бы, со всеми скорбим, что была война, началась в этот день. Так что... Ну, я вспоминаю своих трех дедушек. Они погибли на войне. Один воевал по Тулой, а другие были, ну, на заводах работали. В отличие от этой семьи, большинство жителей края вспоминали ветеранов Великой войны не на площадях и у памятников, а за монитором компьютера. В общенациональном онлайн-проекте «Свеча памяти» виртуальную свечу зажгли около 230 тысяч земляков. Локальные интернет-акции прошли во многих городах и районах края. Так, на главной площади Рубцовска в течение всего дня звучали фамилии, запечатленные на пилонах городского мемориального комплекса. А в Бийске на официальном сайте краеведческого музея опубликовали редчайшие послевоенные фотографии. В Барнауле в интернете можно было посмотреть документальный фильм «Судьба блокадника» про земляка Михаила Кайзера. Впрочем, не онлайн, а вживую можно было возложить цветы к памятнику в честь другого уважаемого земляка, героя Алексея Скурлатова. Чтобы все знали про героя, разведчика, нашего земляка, 19-летнего Алешу, который так и запечатлен в Болгарии в Пловдиве. Патриотические акции провели сегодня и профессиональные сообщества края, но кульминацией Дня скорби стала минута молчания. В 16 часов по всему региону на минуту прекратилось телерадиовещание, в магазинах приостановили работу кассы, на дорогах остановился общественный транспорт. Впрочем, барнаульцы могут почтить память своих героев еще раз сегодня вечером. На мемориале Славы соберутся общественники и волонтеры Победы. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком.